Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Gamma Show TV. И у нас очередная серия игры Воришка Боб. Наш Воришка Боб уже на 16 уровне. Игра Воришка Боб становится все тяжелее и тяжелее. Уровни у нас все сложнее и сложнее. Ох, что же тут нас ждет? Осторожно, Воришка Боб. Дверь открыта. Так, собираем блестяшки, пока мисс дяденька сходит, посмотрит, что там и зачем. Прячемся в эту комнату. Все, спрятались. Нас тут не должны заметить. Так. Что-то пока что непонятно. Что, зачем, для чего тут? Прячь, Воришка Боб. Нет, Воришка не стал наш прятаться. Ага, двигаем ящик дальше. Ускоряемся. Все, спрятались. Сейчас пойдет дяденька офицер. Вы только посмотрите, где спрятался наш Воришка Боб. Какой-то куча книг, если я не ошибаюсь. На вещи это мало похоже. Или в куче белья. Ребята, как вы считаете, что это, белье или книги? Напишите в комментариях. Ускоряемся. Прячемся, все. Так, теперь нам нужно выбраться. Ждем, когда дяденька офицер дойдет к нам снова, потом развернется, и мы дотолкаем ящик до дорожки. Нам нужно незаметно пройти камеру видеонаблюдения. Это единственный способ, чтобы пройти. Дяденька офицер, такая миленькая девушка стоит, подошел бы к ней и поболтал. Узнал, что она стоит, чего она ждет. Двигаем, 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 двигаем. Главное, чтобы теперь ящик не ушел, успеть спрятаться. Так, не успели мы. Маневр не удался. Ждем, когда дяденька офицер снова придет. Давай-ка, давай-ка. Разворот. Ага, пошел дяденька назад. Так, все, Воришка Боб, давай. Незаметненько выходим. Ой, ё-моё, незадача. Нет, мы успели. На последних секундах буквально успели. Я думала, нам это не удастся. Потому что ящик-то уже покатился. А Воришка Боб... Ага, и что нам нужно ящик теперь дотолкать до красной кнопки? Ох, ну давай, Воришка Боб, попробуем. Толкаем ящик. Все. Стоим теперь, прячемся. Сейчас дяденька офицер пройдет. Так, давай, дяденька, время уходит. Часики у нас тикают. А мы уже половину пути не прошли. Так, дверь открыта. Ну что это даст нам дверь? Ох, какие же уровни стали мудреные вообще. Все, нажмали на кнопку, открыли дверь. А в комнате еще дяденька офицер. Ладно, одно дело, как мы в комнату заберемся. Как вот выбираться-то будем из комнаты? Надеюсь, там будет у нас потайная дверь. Все, Воришка, вон, давай-ка. Пробираемся. Пока что непонятно. Ничего не видно. Куда идти, куда двигаться. Все, идем за дяденькой. Пока у нас не заметил. Тут камера видеонаблюдения. Ого-го, что сейчас будет? Ну что ж, камера нас засекла, сирена воет, но мы двигаемся к нашей цели. Что ж поделать?
Нужно же любимого выручать. Нажимаем на красную кнопку, и нам должна открыться потайная дверь. Так, все, дверь открылась. Выходим. Все, мы прошли этот уровень. Немножко, конечно, подзадержались. И минус 38 секунд отведенного времени. Но ничего страшного, главное, что уровень прошли. Продолжаем играть дальше, и мы уже на 17 уровне. Так, девушка спешит. Мы бегом прибежали на новое задание. Ого-го, как? И что ж там у нас в комнатах? Что-то непонятное. То ли бабули, даже как бы не три бабули. Так, как же нам зайти? Я даже не представляю. Там бабуля на бабуле. То бегом нужно бежать. Все, телепортируемся. Где же мы? Все, бабули успокоились. Я думала, телепорт для собачки. Ах, вот она, наша собачка. Так, нам нужно теперь выйти. Дядя, куда выйти-то? На двор, получается. Вон там, где камушки, попробуем сейчас выйти. Не-а. Так, ну выпусти песика. Дяденька, ну давай. Бобик хочет погулять. А-а, никак у нас не получается выйти. Единственное, это что варежки Бобу подойти, наверное, к двери, открыть дверь, чтоб песик вышел, и песик выманит дяденьку, чтобы взять предмет. Но как-то еще нужно пробраться. Так. Ох, ну тут и бабушек. Из комнаты мы с этой выбраться не можем. Вот это не задача. Куда дяденька-то пропал? Так, пытаемся выйти. Все, выбегаем. И идем мы гулять вот такие мы милые собачки. Только посмотрите, какие мы песики. Ага, тут дверь на двери. Ох, ну и уровни стали тяжелые. Ребята, напишите в комментариях, на каком вы уровне уже со своим варежкой Бобом. Нам очень интересно. Так, наш милый песик нам поможет. Сейчас дяденька зайдет, закроет дверь. Все, дяденька на свое место, а мы открываем дверь варежки Бобу. Так, собираем блестяшки. Да-да, песик у нас влюбился. Ого-го. Прячемся. Все, дверь открыта. Как раз наш песик нас выручил хорошо. Забираем предмет и выходим. Что-то предмет какой-то интересный. Какой-то набор шариков. Так, все, мы прошли. Время. Эх, минус 52 секунды. Уровень был рассчитан быстро пройти. Мы уже на 18 уровне. Так, мы тут находимся в замкнутой комнате. И мимо наших дверей кто-то сейчас пойдет. Ага, это, наверное, комната будет с химикатами. Нас заметили. Так, дяденька быстро встает, тоже нас заметили. Тут нужен ключ. Эх, и нам досталось. Ну, попробуем проходить теперь по-другому. Так, сейчас дяденька развернется, и мы пойдем за ним. Эта комната опасная. Убираем блестяшки, путаем дяденьку следы. И тут телепорт, все, мы спрятались.
Ого, дяденьки ругаются, но нас не замечают. Ух ты. Мы уже запустили ядовитую жидкость. Она наполняет постепенно комнату. Но как же нам найти-то наш предмет? Уровень темы сложен, что... Ого, какая непростая задача. Тут нас могут поймать. Пойдем по пятам у дяденьки. И тут тоже этот ядовитый химикат. Мой воришка Боб, быстрей. Главное, чтобы теперь нас не перехватили. Ой, воришка Боб, скорей, забегай. Все, и мы спасены, мы прошли этот уровень. На последних секундах чуть-чуть нас не зажмали. Все, время плюс 9 секунд. И мы уже на 19 уровне. Снова для любимой что-то нужно принести. Каждый раз мы что-то ей приносим. Но надеюсь, тот уровень будет немножко попроще. Мы уже на последних, можно сказать, уровнях. Скоро будет новая локация. Так, идем за дяденькой офицером. Ага, у нас тут ящик. Ого. Убегаем в комнату. Блин, беговая дорожка. Нас тут уже заметили. Ох, воришка Боб. Все, дяденьки офицеры убежали. Ну, воришка Боб, давай скорее. Все, дяденьки там бегают. А мы идем, берем ключ. Надеюсь, это не единственная дверь, в которую можно выходить. А то у нас на беговой дорожке сразу два дяденьки. Нам тяжело будет выбраться тогда. Все, открываем. Выбираем блестяшки. Ага. Тут нас кто-то караулит. Нужно, походу, включить беговую дорожку, чтобы они задвигались. Ну как же нам это сделать? Все. Сейчас парили к этой кнопочке. Все. Теперь мы прикрыли дяденьки офицеру. Берем ключ, берем предмет. Куча бумаг, или можно даже сказать так, блокнот. Я бы сказала. Куча записей. Да-да, дорогая, несем твой блокнот. Мы его нашли. Так, отмыкаем. Ого, давай, воришка Боб, выбегай. Давай, воришка Боб. Ну что не делать для тебя, любимая? И мы принесли твою записную книжку. У нас плюс 9 секунд. Ура! И у нас уже 20 уровень, наверное, последний это уровень в этой локации. И этот уровень, как я уже понимаю, с химикатами. Ну что не сделаешь для любимой девушки. Так, осторожно, воришка Боб, пробираемся. Так, у нас есть телепорт. Где-то наш верный друг. Ах, вот он наш Бобик. Так, бежим. А куда бежим? Зачем бежим? Все, дяденьки позвали офицера. Все, идите сюда. Скорей. Я хочу есть, хочу пить. Может быть, их в другую комнату заманить? А нет, нам там придется убегать, с воришкой Бобом прятаться. Я совершенно забыла про это. Так, воришка Боб, догнали всех в угол. Пробегаем. Дверь громко хлопнула. Где же наш предмет? Ой-ой-ой, спрятались. Давай, пробегай, дяденька. Все. Ага, заходим. Тут тоже у нас дяденька офицер. Ого. Не поймите, я должен удирать отсюда. Тут везде нас ищет. Все, встали.
Ох, ну и последний уровень. Непростой, я бы сказала. Отмыкаем, собираем блестюшки. За каждой двери что-то прячется. Ну что? Выходим. Так, Варечка, Боб мастер своего дела, и поэтому крадется. Собираем блестяшки. Выбираем предмет, нажимаем опасную кнопку. Ох, сейчас не поздоровится. Тут у нас три ядовитых шашки, можно ли даже так сказать. Все, мы взяли какую-то смертельную кнопку. Теперь нужно просто удирать. Варежка Боб, давай быстрее. Да-да, Варежка Боб. Показывает нам на выход. Все, и мы прошли этот уровень. Ура, ребята. Время. Минус 53 секунды, но время не так важно, как пройти этот уровень. Тут у нас идет комикс. Варежка Боб с своей девушкой разоблачили злодея. Да, злодей не очень рад. Передал, похоже, все свои старания своей кошке. Кошка что-то затевает. Не хватало нам в следующем уровне гоняться за кошкой. Все, и у нас новая локация. Открываем. Давайте посмотрим, что нас ждет. У нас тут тоже красивый город. Так, давайте. Тут у нас НЛО летает. Да, интересно, комиксы про Варежку Боба. Варежка Боб сидит. Как ни в чем не бывало, ловит рыбку. Наверное, отдыхает. Два предыдущих уровня были не очень просты. То с девушкой, то с дяденькой. И что Варежка Боб увидел? Ого! Это мы поймали какого-то дяденьку. Какого-то сумасшедшего. Что-то показывает, что его НЛО унесло. Да, интересный дяденька. Варежка Боб просто в шоке. На что такой вот НЛО? Дяденька, что нам сделать, чтобы спастись? Показывает три звезды. Это нам уровни, либо нужно проходить до трех звезд. Ребята, всем пока! Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы ждете новую локацию. А также не забывайте подписываться на наш канал Kids Gamma Show TV. Напишите нам в комментариях, читайте, что нас ждет в новой локации, какие приключения. Выбирайте, что смотреть дальше. Не забывайте жмать белый кружок с Микки Маусами на подписку. Будем рады видеть наших подписчиков.